В Одессе два десятка сторонников евроинтеграции митинговали под Генеральным консульством Китайской Народной Республики. Участники акции подготовили обращение к генконсулу КНР в Одессе госпоже У Сяоин. Они призывают власти Китая не подписывать никаких соглашений с президентом Украины Виктором Януковичем, который в эти дни с рабочим визитом находится в Поднебесной. Правда, в генконсульстве сегодня неприемный день, поэтому к митингующим так никто и не вышел. Мы хотим, чтобы китайцы поддержали нас в недоверии нашему президенту, чтобы они не заключали никаких каких договоров с преступником. Почему? Потому что это даже по-человечески нельзя допустить такую кровавую расправу над мирными людьми и уехать себе мирно в Китай. Даже не выйдя к народу, никак не прокомментировать ситуацию, которая состоялась в ночь 29 на 30 ноября в Киеве.